Брателла, я не понял, кому из нас бабки-то нужны, а? Ай. Я... Еду! Да кто там? Кто там, кто там? 100 грамм! Да я смотрю, что все 200. Нет, нет, ошибочка. Литрушечка. Сынок, а? Я тебе курточку новую принесла. Ну-ка, примерь. Нет. Давай, давай. Ну? Чё? Жерар Депардье. Мать, она это, понимаешь, она какая-то женская и больше на 3 размера. Ну, извини, сынок, пьяные мужики твоего размера на дороге не валяются. Давай. Пойду верну. Верну. Запомните, сынки, в армии у вас ни мамы, ни папы нет. В армии мама, папа у вас. Я. Газы! Стоп! Ага, ну. А ты чего ж это, сынок? Противогаз-то не надел. А? Так понимаете, товарищ прапорщик, у меня насморк. Ничего не чувствую. Нет! Все, Пушкин, не беги, накройте дверь. Ну что вы, как маленький, честное слово, вернитесь на операционный стол! Ни за что! Почему? Вы там что сказали? Что сказали? Что я сказала? Я сказала, что операция по удалению аппендикса считается самой простой в мире. Но это правда, все, Пушкин. Да, но вы это сказали не мне, а хирургу! Но он должен начинать на ком-то тренироваться. Тетушка, ну пойдемте на столик. Пойдемте, мой хороший. Пойдемте, Степушки, пойдемте. Иванов, вы уже 3 часа сидите. Вы готовы? Надеюсь, что да. Прошу вас. Неужели это так сложно? Вы только вслушайтесь в вопрос. Напряжение, деформация, угловые перемещения при кручении тонкостенной цилиндрической трубки. Чистый сдвиг. Степан Степанович, вы понимаете, я вчера весь вечер учила. Я это учила очень усиленно, а потом, понимаете, вдруг... Вот как-то стало тяжело.
тяжело вот как-то. И я прямо не могу... Хорошо, хорошо, хорошо. Я задам вам самый элементарный вопрос. Если вы мне на него ответите, я поставлю вам 3. Я отвечу, отвечу. Разложите мне, пожалуйста, квадратный трехчлен. Это же элементарно. Пожалуйста, это просто. Разложите квадратный трехчлен. Это элементарно. Степан Степанович, я его даже представить не могу. Не то чтобы разложить. Я сдала? Изо дня в день, изо дня в день. Говорю тебе. Нет, ты меня не слышишь. Я тебя слышу. Ты можешь поговорить с сыном, как мужик с мужиком, а не как тряпка. Я говорил. Говорил, ты слышишь? Как... Сыночек маленький, пупсичек, Вовочка, лапушка, тьфу! Ну что, тьфу, это мой сын, у меня свой подход просто. Он оценки носит каждый день, двойки-тройки. Ну что это такое? Так, все, не хочу с тобой спорить, давай, зови его. И при мне сейчас с ним строго разговаривай. Давай как-нибудь потом, ладно? И... Давай сейчас. Давай. Володенька. Не то. Вовуль. Ты меня сейчас выведешь. Владимир! Сергей! Сядь. Вова, у меня к тебе серьезный разговор. Когда ты исправишь оценки в журнале? А? Папа, я каждый день пытаюсь это сделать, но учительница не выпускает журнал из рук. Ну что сказал, Мак? Ну все, ну что сказал, блин, тортик. Моя вкуснятина. Ну? Давай. Подожди. Чего? Ты же ведь гость. Ну? А я что-то дубовая башка за тобой не поухаживал. А. Ты тарелочку чистую или мытую хочешь? Ну, давай чистую. Чистую. Давай картошечки тебе наложу. Давай. Картошечки наложу тебе. Ага, все. Картошечки. Пирожочек. Ага, спасибо. Вот. Ну, давай. Давай, слушаешь? Че? А чем отличается чистая тарелка от мытой? Ну, как чем? Ну, мытую мыл я. Ага. Вот этими руками. А чистую это Мурзик вылизал. Начисто. Дезинфицируй. О. Бу! Здорово, мужик. Здрасте. Глаза у тебя красивые. Да и у вас. Ничего. Я в курсах. Мужик, а как у тебя фамилия, а? Меня зовут Миша. Смешно. Значит, поговорим. Я упаду, Миша. Ну, что же, Михаил. Фамилия-то твоя как, а? А зачем она вам? О, Миша, неинтеллигентно. Вот я, к примеру, Колян, а фамилия моя Сидоров. Ты, судя по всему, Михаил.
фамилия твоя? Петровский. Как еще раз прости? Не понял я. Петровский. Прикольно. Миша, извини. А ты, наверное, заика, да? Нет, я не заика. А че тогда ты этот? Папа у меня был заика. Ага. А паспортистка очень хороший человек. Работаем, бойцы, работаем. Товарищ генерал, да? Разрешите обратиться? Ну, обращайтесь. Товарищ генерал, овсом совсем закормили. Скоро у нас лошадиные хвосты начнут расти. Хвосты? Не, не вырастут. Я вон, милок, 30 лет хрен ем. Но ничего не растет. Да. Не растет. Фифа, Фифа, а ты чего одна? А где твой раздолбай? А вот он. Здорово. Здорово, ты чего? Ну, мы же с тобой договорились посидеть нормально, водки попить. Ну что, ну мне с кем оставить было? Фифа, брат, ну ты же знаешь, я всегда рад и счастлив, особенно если... Не, сегодня не могу. Мне буквально рюмочку и... Все, убегаю. Куда? В ветеринарку надо. Фифочка заболела у нас, да. Лёва, Фифочка в порядке. Фифочка не заболела. Просто теща приезжает, и мне Фифу надо к ветеринару. Хвост купировать хочу. Зачем? Лёва, я тебе объясняю. Теща приезжает. Ну? А чтобы Лёва в доме... Никаких проявлений радости не было. Понимаешь? Виталик, Виталик, скоро все будет хорошо. Доктор сказал, что скоро все пройдет. И станет все хорошо, ты выздоровеешь. Зиночка. Виталик. Ты у меня самая лучшая. Виталик. Виталичка. Виталик. Чи-чи-чи. Ты поспишь, и все пройдет. Станет хорошо. Да. Зина. Виталик. Ты у меня самая милая. Ну, Виталик. Ты же только что сказал, что я самая лучшая. Не, ну анестезия-то отходит, Зин. Гоша, прекрати! Ну прекрати! Яблоки ты не хочешь, апельсины ты не хочешь, бананы не хочешь. Чего ты хочешь? Все нервы меня уже истрепал. Ну, успокойся! Вот придем домой, я все отцу расскажу. Слушай, я извиняюсь, конечно, детенок. Ну, что ж ты ревешь-то, а? Ну, смотри, смотри. Хочешь, я тебе вот что подарю? Ром-бабу. Хочешь ром-бабу? Нет, отдельно хочу. А? Отдельно хочет. Ром-бабу. Ну-ка, пойдем домой, я тебе покажу сейчас и ром, и бабу. Спасибо.
Видела? Обалдеть вообще. Дети. Колян, нет, чисто конкретно робот? Чисто конкретно. Ты, это робот, ты баба, понимаешь? А? Нет. Красотка, да? Да. Слышь, какая она, смотри. Смотри, ну тут как бы я бы с ней бы в киношку реально. В воскресенье на мультфильмы. Да? Но нельзя, робот. Не баба, мечта она, а? Смотри, смотри. Люся! О! Люся, Люся, подмигни. Люся, улыбнись. Эти зубастик, а? Реально, худеть. Слышь, Колян, это... Можно я это ей, ну, типа, подиктую что-нибудь? Потестируем, Мария. Ну, Колян, ты ловелас, да? Ладно, я че, я пока кабана доберу. Да? Люся, будь с ним ласково, знаю. Давай, Колян. Алло, кабан. Кабан, брат, привет. Да не, ну че, я, короче, мне... Чилка! Как Коля! Алло, кабан! Безобразие! Один круглосуточный цветочный магазин в городе! Девушка! Девушка! Девушка, доброе утро! Девушка, будьте добры, мне нужно подобрать букетик цветов для моей жены. Красивее и помягче. Понимаю. Вова. Буль-буль. Слушай, вот... И что характерно-то? Что? Ведь жена моя любит меня, понимаешь? Поздравляю! Безмерно! А дочь у меня? Поздравляю! Спасибо! Вот 3 года ей всего, всего 3. Она уже... Азбука. Да. Букварь. Да. Букварь с картинками. Вообще. И складывает, и умножает, и делит. И этот даже корень берет. А у меня сын, Володя. Сын, он, понимаешь, он... Штангенцирк. Вундеркинд! Ну так, у меня в 11 лет. Школу закончил! Всю! Ну и чё? Чё? Не могу я! Чё? 12 в армию забрали! Да ты что? Да. Ну ничего. В 13 мужиком будет уже. Ну, давай, рассказывай, что там. Советую брать. Вариант очень хороший. На этой вилле есть все. Она создана по системе «Умный дом». А? Да, умный. С ним поболтать можно? Здорово, дом! Здорово, Колян! Очень радует то, что при покупке виллы вы получаете гражданство. Круто. Я тебе говорил, мы свалим отсюда, конечно. Да. Но... А главное, на территории вашей виллы
стоит замок. О, круто. Первая половина 19 века. Ну, Колян, круто, надо брать. Погоди, брат. Че? Слышь, это... А где вторая половина? Не так. Смешно. Слышь, Пухлик, я не шучу. Ну, давай, или целиком, блин, или никак. По половинам не берем. Не надо половину. Лейтенант Семенов. Здрасте. А минуточку. Вова! Ой, господи. Ну что же вы так? Ну знаете же. Вот. Выпил. Руки прочь от руля. О! Ну-ка. Это как же это? Я пьяный и еще и без рук ездить? Ни за что! Стойте!